Всех привет. Вернан Стайку по имени отчества Николаев. Ну, как всегда, можем верить на то, что они говорят. То должен сказать, а вот остальное, да, в то верю. Остальное, а почему тогда не веришь в остальное? Вот как. Но передали сообщение тот человек, который раньше сказали, что должен бояться от него, пусть он меня любит уже 3 месяца, как каждый день меня это говорит. Конечно, что хочет моя дочка со мной. Объяснили, почему и как. И то, и другое. Там не только, там опять 9 важных вещей. Говорит, не может пойти против человека, который его любит. И друг, и брат, каким-то образом, духовным. Наоборот, может быть, будет ситуация, где у него будет невозможно помогать, должен знать, что это не означает, что он против меня, и так получилось, не может, чтобы я не начинал думать. Итальянцы говорят, что меня не будут трогать, наоборот, потому что шотландцы за меня, знаете кто? Баленсиага. Сорвали вы мне, моя Баленсиага, учителей. Ну, конечно, у меня квалификации не было, если они не позволили. И вот тот парень, который... Я же его выбрал, так, только информация там. Ну, вот мои богини, они говорят, так, там... Помогает, каналы другие, напрямую, не только со мной, у них тоже. Так, что вот, он тоже будет учиться от меня. Я же слышу многие хорошие вещи для него, я же хотел учиться тоже. Может быть, много смог научить. А меня топит. У нас украли эту возможность тогда. Да, и знаю, кто. Джордж Вашингтон. Как меня, говорит он, тоже такое. У меня, я же показал, чтобы говорить правду, комплексов и все остальное, вот уже идет такой момент, когда ты должен быть, как моя тетя, идти на улицу без одежды. Вчера меня кто-то остановил, я же был, плавал в озеро. Ну, единственное, у меня никакой проблем, блядь, этого. Вот, людей потом будут опять. Ты демонстрации делаешь, ты это право не имеешь, ты не сообразяешься. А если не сделаешь, а у тебя вот покажем, ты говоришь, ты не выполняешь, не пацан, это ты так. Объясняешь до той, до другого. Блять. За руки Ильяна. Там прогрессия такая. Вот. У нас, конечно, что может быть. У него. Мы это объяснили уже. Сколько? Неделя назад, может быть, больше. Что? У него будет момент, когда хочет или нет, придет искать нас. У нас много больше. Там. Конечно, он всегда был хардворкер. Всегда. Всегда. И, конечно, что у него многое получается. А вот я же от того многое научу. Тоже. Тоже. Не имел та возможность, которая там. Каус-эффект у меня украли. Не он. Может быть, тоже участвовал там. Ну, вот только.
только когда мы виделись одного другого, видели одного другого, а там уже раньше все начинало. Так что ж, не могу для того, вот что трахал моя жена, это грязно. А вот что ж, были у нас такие позиции по-другому. Участвовал, может быть, тоже в то. Ну вот, немного, скажем так. Я уже пришел в такую позицию, невыгодную. Ну, у нас, конечно, там, ну, как касатка, чтобы знали, что получится. Видимо, в такой момент придет, как... Это... Видно? Все остальное. Будет такой момент, когда... У нас 100 раз больше информации и все остальное, возможности, когда будем там. А у нас будет, хочет или не, остается там, где сейчас находится. И когда придет тот момент, искать от нас то, что объясняли уже давно, давно неделю. В какой позиции это тебя поставляет перед... Там уже получается... Спирала идет по-другому, потому что вот не знаю кто. Ну я ожидаю только те самые, никто другой, который сказал. Оригиналах. Давайте. Что-то там для президента, да, остальные не будут хотеть, не хотеть показывать. Ну, показывают меня все время как такой, другой. Вот, ни один от них, ни один от них. Все вместе, чтобы знали, чтобы это знали. Если не выполняют, это сами идут против сам собой. Для генетику. Что для генетику было там, что думали еще. Могу вспомнить. Ну что ж, хотели здесь остаться, то я же объяснял, блядь, вы это все. Что закончились наши 10 миллионов. Зачем остаться? Сейчас не знаете, что делать. Вот. Какая у него тут парень, не могу вспомнить. Что, как все будет в будущем. Давайте. Видите, как получается это, что я объяснял. Вот. Они все время так. Сначала пусть убрали у меня память, потом потихоньку птицы помогает. Потом, блядь. Что хочешь сказать? Не можешь сказать спасибо, не можешь сказать ничего, только сыпать отсюда, блядь, ничего другого не останется. Вот это уже туда, да, только можешь смеяться, только можешь надсмеяться. А, да, да, не хочу я объяснять, там какие общения были, блядь, там вообще. То возможно, да, возможно, там ее сейчас по та или по другая линия. Есть давление уже. Ну, осталось, говорит, если, вот, давайте, ну, скажи. Ну, если поможет, пусть потом, конечно, она останется без никакая власть. И Мария, пусть, конечно, будет приезжать, мы будем общаться, пусть, когда покажет, и свою санкцию заплатить, потом долгое время поведение выглядело, что больше... Таких вещей против меня не будет, пусть когда-то будет и что это, как называлось, ну, реабилитация. Конечно, у нее выгода так получается тоже. Но не надо сказать ничего об того на Марию, потому что она не надо брать свой выбор без все то, что сейчас обсуждаем. Самое главное это. Все поняли.